Андрей Александрович Стоянов родился 9 мая 1974 года. Родиной Андрея Стоянова является город Славянск, СССР, Донбасс. Родители Андрея развелись, когда ему не исполнился еще год. Родной отец не поддерживал связь с бывшей женой и сыном и участия в их жизни не принимал. Мать вскоре после развода вместе с годовалым Андреем переехала в Москву, где познакомилась со вторым мужем. Отчим усыновил малыша и стал для него настоящим отцом. Обучение в школе Андрею давалось легко, но среди учителей он получал статус хулигана, случающие драки, прогулы и курение. После получения аттестата продолжил образование в полиграфическом институте, но не закончил его, отчислившись на втором курсе. Некоторое время Андрей занимался развитием собственного бизнеса в сфере строительства, но из-за кризиса доходы фирмы снизились, и ему пришлось ее закрыть. После этого он решил кардинально изменить свою жизнь. Точка отчета в актерской карьере Андрея Стоянова стало его знакомство с Михаилом Фегиным, режиссером-преподавателем в ГИТИСе. По его приглашению Андрей прошел пробы и получил роль в постановке Московского драмтеатра «Артхаус». Брутальная внешность, харизматичность и актерский талант позволили начинающему актеру завоевать сердца зрителей. Дебютом в кино для Андрея Стоянова стала малозначительная роль в сериале «Адвокат 4», съемки которого проходили в 2007 году. Затем была роль, правда эпизодическая, в «Откройте милиция» 2008 год, где актер сыграл бармена. В настоящее время в трудовой биографии Андрея Стоянова насчитывается более 110 сыгранных ролей. Некоторые из его персонажей стали для зрителей особо запоминающимися. В 1992 году, когда будущему актеру было 18 лет, у него родилась дочь Виктория. С матерью девочки Андрей расписан не был, и по собственному признанию появление наследницы стало для него неожиданностью. Не будучи готовым к такому повороту событий, Стоянов поначалу не принимал участия в жизни дочери, однако позже понял, что такое поведение – ошибка, и стал поддерживать ребенка. По словам артиста, папа девочка называла именно его. В 2014 году появились слухи, что актер встречается с напарницей по сериалу «Курортная полиция» Ириной Линд. Затем Андрей дал еще больше поводов для обсуждения собственной личной жизни, начав встречаться с Еленой Берковой. Девушка, на тот момент уже трижды побывавшая замужем и родившая ребенка, имела судимость за хранение и получила известность как участница проекта «Дома-2», ну и как актриса. Церемония бракосочетания прошла тайно в Гагаринском ЗАГСе Москвы, но позже муж и жена организовали торжественный праздник в Италии, возле озера Неми. В октябре 2018 года Андрей заявил, что они с Еленой официально расстались, а до этого долгое время даже не жили вместе. Беркова тем временем сообщила, что брак был тяжелым и ей постоянно приходилось терпеть. Утром 10 ноября 2022 года актеру стало плохо, и он потерял сознание. Бригада скорой помощи, прибывшая в дом знаменитости, не смогла его реанимировать. Андрей Стоянов умер. Ему было 48 лет. Причиной смерти, по информации СМИ, стала остановка сердца.